Видео подготовлено сайтом onlinegriz.net. Задание 1125 на сколько? Первое. Разность чисел, даны два числа, меньше их произведения. Запишем произведение чисел, данных чисел. Затем запишем разность этих же чисел. Если мы найдем разность между произведением и разностью, то мы ответим на вопрос, насколько разность меньше их произведения. Вычислим произведение. 8,68. Теперь вычислим разность. 4,8. Теперь из произведения вычтем разность. 3,88. На 3,88 разность чисел, данных чисел, меньше их произведения. Второе. Разность чисел больше их частного. Запишем разность чисел. Частное. Это 11,88 разделить на 2,64. И нужно вычислить разность. При этом мы вот первую разность мы берем в скобки и вычисляем. Начнем с разности. Теперь вычислим частное. 4,5. Теперь из разности вычтем частное. Уравняем по количеству цифр после запятой, вычтем. 4,74. На 4,74 разность данных чисел больше их частного. Третье. Насколько сумма чисел больше их частного? Запишем сумму. Возьмем в скобочки. И минус частное. Частное, значит, 7,8 разделить на 6,5. Найдем сумму. 14,3. Теперь найдем частное. 1,2. Теперь из суммы вычтем частное. На 13,1 сумма данных чисел больше их частного. Четвертое. Насколько произведение чисел меньше разности этих чисел? Тогда нужно из разности этих чисел запишем разность. Вычесть. При этом разность нужно взять в скобки. Произведение чисел 7,6 на 0,8. Найдем разность. 6,8. Найдем произведение. Теперь вычтем из разности произведение. Так, уравняем по количеству знаков. 0,72. На 0,72 произведение данных чисел меньше разности этих чисел. Пятое. Произведение чисел больше разности и даны еще два числа. Значит, запишем произведение чисел 14,5 и 1,6. Произведение больше разности, значит, минус. И дальше разность напишем 16,1 минус 4,386. Найдем произведение первых чисел. Теперь найдем разность второй пары чисел. Теперь вычтем из произведения, вычтем разность. Получили 3,656. На 3,656 произведения двух чисел больше разности двух других чисел. Шестое. Частное чисел больше произведения двух других чисел. Частное число, значит, 2 разделить на 250 больше, значит, мы минус ставим, и произведение двух других чисел 0,18 и 0,5.
4 сотых. Ну, найдем частные, 2 разделим на 250. Теперь найдем произведение. Теперь найдем разность между частным и произведением. 0,8. Значит, на 0,8. Частное первых двух чисел больше произведения двух вторых чисел. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.